Крест-целитель был установлен на территории Камрадской районной больницы между инфекционным корпусом и бывшим зданием родильного отделения. На территории больницы должно быть место, куда любой человек может прийти со своей болью, со своей радостью, со своей надеждой, помолиться, попросить прощения, выздоровления. Я думаю, что это хорошее дело. Место для установки данного креста было выбрано не случайно. Заслуженный журналист Гагаузии Анна Жекова рассказывает, что это место давно намолено. 23 августа 1944 года вот здесь, в саду райбольницы, где сегодня воздвигнут этот крест, происходило одно печальное событие. Танкисты 36-й танковой бригады 4-го механизированного корпуса хоронили своих погибших накануне в бою за Камрад павших товарищей. Очень важен этот крест, чтобы вообще возводить кресты, ставить кресты, символ нашей веры, нужно очень много, особенно сейчас. Такое время, которое настолько неблаговидно все на нашей земле, настолько все ожесточили сердца, все прочее. Только Бог может сохранить нашу землю, нашу отчизну. Настоятель Ильинского храма протоиерей Федор Карабаджак отметил, что в каждой больнице должно быть место, где болеющие или их родственники могут помолиться о здравии. Вот я очень благодарен инициаторам, которые постарались. Вот это труд не одного человека. Вот многие старались, многие имеют желание. Но очень отрадно то, что вот люди к этому относятся благоговейно, с желанием, с горячей верой. О, дай Боже, что мы и впредь старались быть всегда поклонниками креста. Вблизи воздвигнутого креста в дальнейшем планируют построить часовню или небольшой храм. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ Новости.